ночью приключился небольшой потоп. Видите? Все в воде, ковер весь в воде. Там все в воде. Видимо, шел дождь. В общем, все залило сюда. Сейчас покажу вам тоже. У меня были вещи тут разложены, постиранные. Вот. Но пришлось их перестирывать заново, потому что вот такой вот слой грязи или пыли. Я не знаю, что это такое. В общем, все в воде. Вот такая вот погодка. Сегодня прохладно. Ну, по крайней мере, пока. Сейчас еще утро. Не знаю, часто ли в Кургане бывают дожди, но нам вот повезло. И один пришелся на наш отпуск. Всем доброе утро. Огромная лужа напротив входа в отель. Через дождя. Да. Вот видите. Здесь, кстати, вот в этих местах стало много вечером полицейских ходить, видимо, ну, охраняют. Охраняют, да. Я вчера вечером ходил, потому что много полиции было. Титаник, а мы сейчас собрались в Сен-Демон. Это нам вот туда. Кируша машет вам привет. В Сен-Демон мы приехали просто так прогуляться. Ничего нам особо не нужно. Просто погода была... Средний выход на реставрацию. О, средний выход на реставрацию, Саша сказал. А, просто погода была не очень хорошая, шел дождик. Мы решили доехать. Сейчас уже, правда, распогодилось, но ничего. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что с Пинес. Хотим еще попробовать взять манго, если будет. Да, сняли очки, и Киру... все сразу поняли, что это ты. Если вы не смотрели видео с нашей предыдущей поездки в Египет, в Сен-Демоле мы были, все тут показывали, рассказывали. Сейчас кратенько тоже расскажу, но совсем немножко. Поэтому, кому интересно, переходите в плейлист Египет 2021. И там вы увидите, собственно, видео про Сен-Демон в том числе. Сейчас просто так немножечко вам поснимаю, чтобы обновить, напомнить, освежить память. Хэллоуин! Смотрите, как здорово. Так, напоминаем, в Сен-Демоле есть аптека Элизабет. Это аптека по фиксированным ценам. Цены у них прописаны на упаковке, ну, на большую часть лекарств, и по ней они пробивают. По крайней мере, все в чеках есть. Да, и все в чеках есть. В общем, вот, смотрите, вот как народу, видите? В общем, если что-то нужно, и вы можете доехать до Сен-Демола, лучше берите в Элизабет. Потому что мы смотрели и в аптеках около нашего... отели, наших отелей, там цены разные и не всегда дают по той цене, по которой должно продаваться. А напротив Элизабет, вот это вот Эмили Бутик, здесь я брала себе в прошлый раз кожаную сумку, она у меня, сейчас я покажу вам ее, да. Здесь нормальные цены на кожу, ну реально нормальные, адекватные. Я брала себе, вот сейчас покажу, вот эту вот с совой. Вот здесь брали мы. А вот в этом детском магазине мы брали Кирюше очки, вот они на ней, потому что свои она потеряла, мы брали их здесь. Нет, ты потеряла в прошлый раз, по-моему, оставила где-то, или сломали, я не помню, ну, в общем, не важно. Здесь есть вот детское, типа, игровое что-то. Сейчас зайдем, а, вот я вам покажу заодно, где вход в этот, где Лотус. Лотус. Да, сейчас покажу, где duty free есть. Если у вас билет с собой, а мы не взяли билет. Там не билет, там паспорт. А, не паспорт. Смотрят, да? Короче, паспорт может... если паспорт с визой с собой, вы можете в duty free купить, ну, что, то, что вам нужно. Посмотреть, да, в течение скольких-то дней. Напротив, вот Лотус. Напротив, вот здесь duty free вход, вот там базарчик небольшой, там турецкие, ой, турецкие, говорю, египетские разные. Сувениры, украшения, в общем, то, что продается на около отеля, сувенирка.
здесь есть. Можно купить подешевле, поторговаться. И здесь же есть лотус-магазин. Я вам покажу его сейчас, мы с вами пройдем туда. Кстати говоря, вот по поводу... Что отвлекусь, по поводу Элизаби, о которой говорили. Вот в Элизаби работают фармацевты, которые реально учились. Ну, фармацевты, то есть у них сертификаты есть. А вот при отелях, те, которые работают, то, что вот половина из них, то, что даже будут показывать, что да мы там аптекари, да мы... Там реально просто нанятые рабочие работники, которые вот, они продают все подряд. То есть частично они даже иногда не знают, что они продают. Просто это имейте в виду, и лучше либо уточнить где-то в интернете, что вам предлагают, либо вот, ну, посмотреть в аптеках хороших, где реально написано, где реально вам дадут чеки и все остальное. Есть приложение для Android. Просто лекарств, по себе знаем, потому что сами покупали как. Лекарства Египта, да, или как-то. Чтобы ну, они не видели. Ну, давайте сначала зайдем в Duty Free, а потом зайдем туда, на вот, в тот маленький египетский рыночек. Теннесси, Сашка говорит, 96, в Стамбуле стоило дешевле. Ну, в целом алкоголь есть, по крайней мере. 51. 14. Black Label 50. Triple Cask Edition 56. Blue Label 235. А Green 2... Не вижу сколько. Island Green 74. Chivas 57. 13-летний 48. Балантайс 21, Диворс 19, Джим Бим 27, Лаудерс 16, Метакса 45, Чинзана 16. Ну, в общем, такие вот цены. А вот еще Бейлис, давайте покажу, сколько здесь. 32. Мум 70, за вафлику 70. Мум 70, за вафлику 70, а в Стамбуле за 2 было 90, да, за одного клико. А по одному 50. Вот, смотрите, здесь вот этот вот базар, да, где продаются египетские вещи, всякие разные украшения, сувениры. И вот здесь, собственно, лотосовский магазин, сейчас вам покажу. Здесь вот такие коридорчики, можно зайти посмотреть. Поторговаться здесь торговаться можно. В этих магазинчиках скидывают, в принципе. Вот все красиво. А вот лотос. Здесь мы в прошлый раз все брали. Нам все понравилось. И вот там вот массажное косметическое кресло, я вам говорила. Там можно бесплатно было, по крайней мере, сделать процедуру для лица. Вот смотрите, прямо на входе здесь есть вот такая вот, как это, табличка, в общем, Big Win Skin Cleansing Program Free. Вот это вот про то, что я вам говорю, получасовая программа бесплатно на очищение лица. И вот там же, вот здесь, вот на этом базаре, вот здесь, здесь же банкоматы, да? Там получается, вы проходите? Вот ATM написано. Да, там видите? За Элизаби, за лестницей, там такой проход, не и там Элизаби, много... Это за Лотосом. Ой, извиняюсь, да. Там, получается, вы проходите, и там за лотосом дальше есть такой проход под лестницей, и в нем сразу банкоматы. Там банкоматы, их видно. Ну, в общем, если что, вот здесь банкоматы. Просто, например, в Skinness не принимают доллары, а принимают только египетские фунты либо карту. Поэтому, если вдруг нету с собой фунтов, а есть только доллары, то поменяйте сразу в банкомате. В банкомате нормальные, адекватные курсы. Здесь есть Вайкики. Да, если вы рукопи не поменяли, то, в принципе, банкомат нормальный. Единственное, он округляет. То есть он не выдает мелочь. Вы, например, если, ну, грубо говоря, засовываете там 10 долларов, оно меняется на 157 египетских фунтов, да, вам выдаст банкомат только 155. Да, потому что мелочь он не выдает. В Skinness есть уголок вот такой вот со специями. Мы здесь брали кориандр, нам очень понравился. Он такой прям ароматный, не то, что у нас продается в пакетиках. И сейчас мы взяли паприку. Корицу перемолотую мы взяли, что еще мы взяли? Зиру. Зиру, да. Вот разные варианты. Сензамоле рыбка есть, разная на выбор. Здесь же чистят, здесь же готовят отдел сифуд. А здесь витрина со свежевыжатыми соками. Здесь гуава, клубника. Клубника, кстати, вкусная очень. Манго с кокосом.
Там дальше киви. Здесь гранат, просто кокос и манго. Клубничка за 21 фунт, это сколько? Ну, примерно $1.5. $1.5. Такой вот лоточек. 100 рублей, короче, если на рубли, то 100 рублей. Да, но это еще не сезон. Но это не сезон, я вообще не пойму, она, по-моему, такая даже беловатая немножко. Часто в директ присылаете вопросы про разные там памперсы для детей, то, что нужно. Я вам сейчас немножечко сниму. Что здесь есть? Здесь есть вот салфетки разные, памперсы, есть Fit Fine Baby памперсы, Baby Joy, Baby Natural, так, Molfix, цены внизу в фунтах. Памперс. Вот такие памперсы разные. Вот памперсы. Цены все тут вам оставляю, чтобы была у вас информация. И премиум Kia даже есть памперсы. Вот. Вот такие цены в Сен-Замоле на детские памперсы и салфетки. И вот еще был вопрос про детскую еду. Вот тут смеси есть. Nestle Nido, Nestogen и Nan есть. Внизу еще S26. Есть каши детские. Вот. Это тоже кашки, по-моему. Да, кашки разные. И вот баночное питание, да, здесь есть какие-то соки, такие по 25, есть пюрешки фруктовые, это тоже фруктовые пюрешки, ну здесь все фруктовые, потому что не фруктовые, скорее всего, в холодильнике. Вот, есть вот морковка, точно вижу, морковка с курицей. Вот она не фруктовая внизу, оказывается. И все, собственно. Только морковку с курицей вижу из нефруктовых. Остальные фруктовые. Ватика. Всеми любимая. Разных объемов. Внизу самая большая. Где мы зашли в Мак в очередной раз. Взяли. Девчонки взяли Happy Meal. Сколько стоит Happy Meal? 47 с колой, по-моему, да? Happy Meal 47 с колой, а вот Big Tasty, вот этот вот набор 94, получается, стоит. Но, ребята, кто привык к Big Tasty вот к нашим, а здесь совсем другой, здесь котлеты, вот прям идентичные обычным чизбургерам, которые сильно готовят. То есть тут не котлеты, которые хорошие, как привычные, да? Есть обычно самый дорогой бургер в Маке, самый нормальный. Здесь он неплохо. Вот, мы еще взяли KFC попробовать, да? Потом покажем, что получилось. KFC Сашка взял вот такой набор. Там получается курочка, бургер, вот такой вот рис и еще салатик. Но на крышке рис, на предыдущем, мы обнаружили волос, он сходил, поменял, ему дали вот такое вот ведро картошки, в общем. И на салате тоже внутри был волос. Вот он сейчас пошел менять, посмотрим, что скажут. И вот такую вот пепси. И вот ему заменили на ведро салата. Было маленькое ведерко, стало огромное ведро. Это сколько стоило? Это стоило... О, набор это стоит? Да. 90, у меня 10 фунтов. 90 фунтов, такой вот набор. Такой. И там еще продают зингер, Сашка, который в России уже не продают, здесь да, еще продают. А, это он, да? Да. Так, если кому нужно и интересно, туалет Сен-Замоле 2 бесплатных, один вот около магазина Примода, это как мы заходили, прямо от Макдональдса, вы до него дойдете. А второй около магазина Вайкики, вот тоже есть. Вот такие прикольные делают десертики в кафе. Называется Cold Store Creamery.
Вот есть разные варианты, и можно просто взять мороженого. Один шарик мороженого просто стоит 20 фунтов. Вот, сейчас, а это я скажу, сколько сейчас стоит. Такие стоят 65 фунтов, получается. Вот. Но тут всем-всем-всем подряд украшено. Такой вот коктейльчик. И еще один такой коктейль со вкусом клубники, да, получается, ты взял? Мам, что это такое? Клубничный. Получается, что вы можете здесь взять просто мороженое шариками, но один шарик стоит 20 фунтов, плюс рожок обычно стоит 10, Никакой, конечно, шоколадом стоит 15. Либо вы можете взять вот такие коктейли и за 65 фунтов вы получите коктейль и плюс мороженое сверху. Сладкоежки довольны. Вкусно? Мы вернулись в отель, съездили, закупились в Спинессе всякими вкусняшками, соками, взяли клубники. Мы ездим, обычно пользуемся Uber, так выходит дешевле и проще, там можно заплатить наличными. Вот сейчас как раз Саша говорит, что мы съездили туда-сюда, получилось 48 фунтов. Но вышло бы дешевле, если бы, короче, суть в чем, мы начали заказывать через мой аккаунт, через старый аккаунт. Он, видимо, не активен был. И получилось, что я несколько раз делал заказ, и на эту точку увеличилось как бы число заказов. И повысился коэффициент на новый заказ. Мы там делали с Аленой телефона заказ. И получилось, что коэффициент был 1,3. Mm-hmm. И поэтому первая поездка, она вышла немножко дороже. Вот. А так бы вышло бы где-то, ну, вот, где-то фунтов 42, может быть. По 21 фунту вообще поехали. Ну, по 21, но это от нашего отеля. А около отеля стоят таксисты, предлагают за либо $3 в одну сторону. Ну, самое минимальное, они сторговались 60 фунтов туда-обратно. Да. Меньше они не согласны. Так что пользуйтесь Uber. В общем, спасибо большое, что посмотрели наше видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши новые видео, они уже очень-очень скоро. Пишите, спрашивайте, что интересно, на все ответим, все расскажем, все покажем, что знаем. Всем хорошего настроения, всем пока-пока!